когда я вышел, там вратарь перехватил, мне не получилось забить. А так вообще надо реализовывать свои моменты, серьезнее относиться к ним и забивать. По большому счету, неплохо сыграли только третий период. Первый и второй период такое ощущение, что раскачивались, либо в игру не вошли. Как-то мне кажется, динамичнее, когда в три пятерки играют, динамичнее и быстрее отрезки, они больше в игре. Но календарь длинный, а игры насыщенные, поэтому будем терпеть, будем максимально играть 4 пятерки.